апостол Павел говорит о том, что иудеи, израильтяне с покрытыми головами понимают Ветхому Завету. Он проводит такую аналогию, что Моисей ходил в покрывале после Боговидения на горе Синайской, а его сородичи, его братья и сестры, его народ, Слово Божие воспринимают с покрытой головой, имея в виду не физическое покрывало, а некие шоры, которые не дают возможности проникнуть в смысл и глубину Божественного Слова и замечательные слова он произносит. Апостол Павел, что это покрывало срывается Христом, снимается Христом. Христос есть толкование Ветхого Завета. Христос открывает дверь к пониманию Божественного Откровения, к пониманию Слова Божьего. А Христос – это и Слово, и дело. Это и проповедь, и помощь страждущим. А значит, и христианин – это человек, который не только умозрительно и философски верит в высшую силу, не только тот, кто даже признает Бога человечества Христа и спасительную силу Церкви, но который жизнью своей свидетельствует, что он Христов. А жизнь требует, чтобы мы помогали страждущим, помогали тем, кто нуждается в помощи. Причем Господь ведь не призывает нас к какому-то особенному жертвенному образу жизни. Он не говорит: все отдай ради помощи другим. Он только один раз сказал это богатому юношу, который требовал совета, как быть совершенным. Вот Господь сказал: если хочешь быть совершенным, пойди и продай имение своего, и раздай нищим, и следуй за мной. Но эти слова Господь не обращает к каждому человеку, но каждый человек, принявший Христа, обязывается идти по его пути, в том числе и совершая дела дома. И вот святая священномученица, великая княгиня Елизавета Федоровна являет нам пример такого прочтения христианства. Она воспринимала Слово Божие без всякого покрова. Христос снял с нее этот покров и дал возможность сердцем своим чувствовать боль другого человека и разделять с ним все, что имела. И зная, что после трагической кончины супруга она все посвящает. И имение своего, и связи, и знакомства, и свою личную жизнь, и даже свое личное обаяние все посвящает тому, чтобы приносить пользу страждущим. Удивительные совпадения апостольского чтения, которое попадает на сегодняшний день, рядовое чтение, с воспоминанием о святой священной преподобной мученице Елизавете Федоровне. Пусть это совпадение, слова апостола и живой образ Елизаветы Федоровны, мученицы, исповедницы, которая прославилась силой своей любви, помогают нам понять, что означает быть христианином, что означает читать и понимать Слово Божие, и что означает читать Слово Божие, будучи закрытым от этого слова, своей неспособностью сердцем принять великие призывы Христа Спасителя к тому, чтобы служить Богу. Возрожденная Марфа-Мариинская обитель
на 24 года, Петриарх был господином Кириллом, два предельских срока Пудина, Владимир Владимирович, 2000 лет. Словить два предельских срока Пудина, Владимир Владимирович, Пудин едет, Петриарх Кирилл, да, вы соединяете Новороссию с Россией, ну и так. У вас любим ваш святей, с вас святей, поговорилось. За ваш святей, Сердце дня рождения великих имени Елизаветы Федоровны,
И, наверное, стало зимой не только за эти 14 лет, и даже не только за 10 лет, страданий за мужчинские мужчины. Но с самого раннего детства, даже живя в Германии, там она по замечательной традиции семьи великого герцога Гессенского Людвига воспитывалась в христианском духе и одновременно в духе любви страдающих. И поэтому семена добрые и доброделания были заложены в ее еще там, в ее семье. А затем, когда она приехала в Россию и соприкоснулась с святой Русью, то восприняла всем сердцем православие. И будучи послушной дочерью своего отца, и зная, что отец человек глубоко религиозный, приверженный своей христианской традиции, она в преддверии Пасхи 2004 года пишет ему письмо, где говорит о своем Thank you.
помилуй. Единая Россия, вся страна, все за два президентских срока Путина Владимира Владимировича. 2012-17-24 года и на пост председателя правительства и партии Единая Россия Медведева Дмитрия Анатольевича. Все высшие награды, ордена, медали, все в трансе континентов, Нобелевские премии мира, славы и честь России, двум президентским срокам Путина Владимира Владимировича. 2012-18-24 года и на пост председателя правительства и партии Единая Россия Медведева Дмитрия Анатольевича. Поддержали министры юстиции Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Федор Николаевич, Людмила Игоревна, Виктория Владимировна, Елена Дмитриевна, Лева Владимировна, Лена Максимовна, Дмитрий Петрович, Виктория Владимировна, Лева Владимировна, Татьяна Владимировна, Марина, Елена Образцова поддержала, Образцова, Матвиенко, Валентиненко, Светлана Владимировна, Медведева, Матвиенко Валентина. Все герои доблести, видимо, культуры, культуры, российской мировой. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура, 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 и победа России на века. Господь Иисус Христос и Божья Мать и Святая Благодать с великою святой процветающей России Путина Владимировича Владимировича. Ура! Владимир! Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура! 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 Великая победа России! Владимир Владимирович, 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 Потому что я люблю Россию. Молодец. Люблю Путина.
Путина, Путин президент наш, мы за голосом. Много счастья, да? Счастье, да, наш. Мама, правда? Мама, правда? Ты я в том числе, да? Молодец, молодец! Он самый лучший президент в мире, правда? Да. Прекрасно! Россия вперед! Россия вперед! Да. Россия, армия, Россия в лучшем мире! Молодец, да! Вова, Елена Петровна, Дмитрий Петрович. Алло, Людмила Игоревна, мы всех поздравляем. С праздником Крещения Руси, вы знаешь. ЗДВ. Алло, Вова, сегодня день Майского суда, Крещения Руси. Поздравляю с праздниками. Поздравляю. Крещение Руси, ура. Поздравляем. Поздравляю. Вова, поздравляю. Поздравляю с Крещением Руси. С праздником ВМФ, ВДВ. ВМФ, ВДВ. Армия России в лучшем мире. Самый лучший. Прекрасно! Россия вперед! Россия на века! Слава! Наша Россия, зачитай! Россия, армия лучшая! Победа! Российская! Победа! Победа! Россия вперед! Молодец! Молодцы! Елена Петровна! Дмитрий Петрович, вы двигаетесь? Петр Николаевич, мы всех поздравляем с праздниками. Голосуем за два президентских срока, будем Владимир Владимирович. Я не могу.
Спасибо.
Всегда он возродил Россию.